На двух участках Народного проспекта для повышения безопасности нанесли двойную сплошную разметку. Первый участок в районе Примводоканала. В прошлом году там было зафиксировано более 10 ДТП с пострадавшими. Второй участок в районе супермаркета Реми-Сити. Там было порядка 15 серьезных аварий. В настоящее время на участке в районе водоканала будут установлены соответствующие знаки, которые запрещают поворот налево. Но хотелось бы отметить, что работы на данных участках не закончены. Если взять, для примера, район водоканала, то будут продолжены работы по нанесению разметки, по приведению в соответствии с утвержденным проектом. И поворот налево в сторону первой речки, как мы движемся с улицы Некрасовской, будет разрешен. Но эти работы будут выполнены только после того, как вся разметка будет нанесена. Соответствующие знаки будут демонтированы, поворот налево будет разрешен. Но после нанесения дорожной разметки проезд прямо в сторону Некрасовского путепровода и пересечение 7 полос дорожного движения будет запрещен. Для этих двух участков уже разработаны проекты организации дорожного движения, которые предусматривают организацию полноценных регулируемых перекрестков. Также хотелось бы отметить, что на данной участке разработаны проекты организации дорожного движения, которые позволят установить на данных пересечениях светофорные объекты, установить островки безопасности. Эти работы имеют долгосрочный период. Данные проекты мы планируем реализовать в следующем году. Они требуют доведения соответствующего финансирования. Они также потребуют общестроительных работ на данных участках. Такие меры снизят процент аварий на участках и сделают движение по дорогам Владивостока безопаснее. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.